Раньше прививки делали, все нормально было, перенесли. В холле заполняются необходимые документы, а зона ожидания на открытом воздухе. Дополнительный пункт вакцинации работал в течение дня на центральном стадионе в Одинцове. Если мы рассматриваем сегодняшний случай, то он, конечно, уникальный, потому что именно на стадионе организовано 7 пунктов, 7 бригад медицинских работников, которые ведут вакцинацию. Ожидание, очередь присутствует, но на сегодня у нас уже около 11 часов. По полдвенадцатого уже очередь составляет 370 человек, половина уже привита. Сделать прививку в Одинцовском округе можно в 22 пунктах вакцинации. По словам главы муниципалитета, коллективный иммунитет необходим для того, чтобы побороть и остановить распространение коронавируса. Вы не переживайте, через 21 день мы такую же акцию здесь проведем, можно будет также прийти за второй прививкой. Да, не нужно будет искать там, где второй раз вакцинироваться. Так что ждем вас еще раз через 21 день. Вам здоровья, не болейте. Молодцы, что пришли вакцинироваться. Разбираться со всеми возникающими вопросами жителям помогали волонтеры. Здесь у нас волонтеры помогают заполнять документы, сертификаты и провожают людей на пункты вакцинации. Потом провожают до выхода. Более 800 жителей успели сделать прививку в мобильном пункте в ходе акции. Это быстро, удобно и безопасно, отмечают те, кто уже прошел вакцинацию. Впечатление у меня очень хорошее. Сегодня вот я пришла на вакцинацию и думала, что это будет долго, честно говоря. И даже хотела не оставаться. Но потом волонтеры молодцы. Очередь шла быстро. Все время предупреждали нас, какие номера. Прививочная кампания в округе продолжается. Желающих вакцинироваться становится все больше. Растет и нагрузка на стационарные пункты. И если мы будем, опять же, видеть большую нагрузку на наши пункты вакцинации, то временные пункты, в том числе и на спортивном стадионе, будут создаваться и в будущем. Тем более мы сейчас продумываем вариант, вот сейчас прививались вакциной первого компонента, то через 21 день мы здесь же будем вакцинировать вторым компонентом и ожидаем тех же людей. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».